Всем привет, друзья, на связи Артур. В этом видео хочу поговорить о проекте BUSD Chain, а именно топ-5 причин, почему я сюда инвестировал средства. Также хочу проверить проект на платежеспособность в онлайн-режиме, показать, как выводятся средства с этого проекта. Давайте начнем с вывода, дальше по порядочку. Итак, у меня на балансе $182.32. Нажимаем кнопочку «Вывести», выскакивает окошко MetaMask «Подтверждение». Для этого у нас списывается небольшая часть BNB-шки. Нажимаем «Подтвердить». И буквально секунд 5, мне кажется, и вывод обрабатывается. Вот внизу пишется, что в процессе, и денежки сразу поступают на мой счет. У меня еще не было начислений по вкладу. Это реферальное вознаграждение и вот топ-лидер бонус. Так, пишется «Транзакция обработана». Вот мой кошелек. Обновляю страничку. Вот $182.32. Все четко, платится 22 секунды назад. Огонь. Так, теперь, почему мне нравится проект, почему я его выбрал, почему проинвестировал. Первое, это сертификат, или же другими словами, аудит от компании Certiq. Это считается одной из лучших контор в сфере смарт-контрактов. Организация, которая надежно проверяет его на дыры, бэкдоры, уязвимости от взломов и тому подобных историй. Вот вверху нажимаем Certiq, BUSD Chain, наш проект. И здесь пишется, что нет критических уязвимостей. Вот 0. Какая моя позиция по этому поводу? Я склоняюсь к тому, что с любым проектом может что угодно случиться в любой момент времени. Я не полагаю каких-то надежд, что этот проект принесет мне супер много денег. Да, конечно, я так хочу, потому что инвестирую, ну, 3500 для меня это, ну, очень ощутимые средства. Это не $200, как я там обычно вкладываю в проект, либо же 500, в редких случаях 1000, но это особый случай, 3500. Хочу сразу заметить, это не листинг, не реклама от админа, такого здесь попросту нет. Все лидеры, все, кого вы видите, заходят на свои средства. Я общался не с одним лидером, они выходили на админа, он сказал: нет, ребята, спасибо, у меня как бы все ок, будет плавный старт, плавное развитие, хотите, заходите. Соответственно, такое бывает не в каждом проекте далеко, и это есть, как по мне, важный момент. Дальше, здесь инвестиции в стейблкоине BUSD. Binance Smart Chain, да, у нас сеть и токен BUSD. Это стейблкоин, который не подвергается в теории, по крайней мере так было все время до этого, чтобы он там были какие-то скачки. Он стабильно стоит $1. Конечно, все может в этом мире соскамиться, даже стейблкоин, даже Binance биржа, все может произойти, но вероятность очень-очень маленькая. Почему я это говорю? Что раньше был подобный проект на криптовалюте Tron, который инвестиции в моменте набирал $50 миллионов. Там была криптовалюта Tron, и там были качели. За счет того, что сегодня Tron стоит 5 центов, завтра 10, потом 1 цент, ну условно, да? И кто-то, блин, надо срочно продавать, блин, надо выводить, и вот эти качели начинаются. А в стейбле все стабильно, вложил, у тебя четко, доллары работают. Дальше, минимальный вклад от $25, как по мне, это доступно абсолютно каждому. Максималка 10 тысяч, но там еще есть определенные фишки, что можно и больше вложить, имея определенные моменты. Это не хочу углубляться, кто хочет, лучше всего сделать под себя аккаунт, как я сделал. Вот у меня этот аккаунт $1010, на остальных еще сколько, 2500. Так будет выгоднее, потому что мы получаем матчинг бонус от себя же 30% от своего дохода. То есть, если со своих инвестиций вы получаете $10, то еще $3 сверху будете получать. Это на случай того, если ваши вклады там долларов от 600 условно и выше. Первый аккаунт можете регистрировать подо мной. Я вам выплачу 5% бонуса от вашего вклада по вашему запросу в Телеграме. Дальше под себя регистрируете, получаете 10% от своего вклада. И еще ежедневный доход по матчинг бонусу. Кто хочет более подробно в этом разобраться, напишите, я объясню, как это грамотно сделать. Таким образом, ваша окупаемость будет быстрее. Это мне, конечно, не выгодно, но как бы я хочу, чтобы мои партнеры здесь больше зарабатывали. Итак, следующий момент, почему я вложил средства в этот проект. Еще мало вкладов. Идет плавный старт. У нас имеется статистика. Вот проект стартовал аж 16 декабря. Казалось бы, блин, уже скоро месяц. Но видим, какие вклады было. $85, 130, 700. Спустя несколько дней 1000, потом 6000, потом плавненько 12, 15. И вот сделали аудит от Certiq. Тогда он делался, он, по-моему, около 2 недель делается. Все это время как-то кто-то что-то инвестировал. Потом бац, аудит вышел, сказали все четко, люди закинули 39 тысяч
суммарных вкладов. Мы с вами зашли, и вот сейчас уже 51 тысяча вкладов. То есть здесь нет такого, что сразу накидали, бац, 300 тысяч долларов, полмиллиона долларов. Как сейчас будет, скорее всего, там проект «Пчелы», они запускают второй подобный проект, и вот все шумят, топ-топ-топ, я пока что сомневаюсь в нем участвовать, потому что со старта очень много инвестиций там зайдет, будет большая нагрузка на кассу, ее нужно будет как-то поддерживать. Здесь мне тема пока что больше нравится, потому что все плавно поднимается, инвестиции идут, все четко. Отказ со старта закидают очень много денег, это тяжело потом вырулить администратору. Дальше, следующий момент, это инстант-вывод. То есть мы нажали кнопочку «Вывести», сразу же хоп, увидели денежки на кошельке. Никаких проблем, ничего нет. Единственное, что здесь может быть, это если что-то произойдет, либо же паника какая-то, либо же, ну, мало ли там взлом или еще что-то, 20% максимум выводится смарт-контракта, и дальше он ставится на паузу, чтобы администратор в ручном режиме уже принял решение продолжить. То есть такая защита есть. Когда много там, хоп, вывели 20%, было 100 тысяч, стало 80 или 79 тысяч условно. Вот тогда может быть пауза по выплатам до следующего дня. Вот как я понял. Это прикольная штука. Дальше, по иностранцам, что мне нравится, что здесь движение началось как раз таки с них. Я зашел на YouTube, промониторил, что есть видеоролики. Давайте быстренько пробежимся. Кто что? 6000 подписчиков, 2000 просмотров, 18 декабря. Большинство из них со старта писали видео. 200 лайков, 3 лайка, 250 просмотров. Ну, давайте быстренько. Вот видим, постоянно проект я пооткрывал, чтобы видно было, что это BUSD Chain. Можете посмотреть, 10 тысяч подписчиков, вот вообще какой-то китайский, японский, непонятно, 1600 просмотров, 400 просмотров, 100 просмотров, 480, 1000, вот видим, ребята не нашей национальности, 600 просмотров, 1000 просмотров, вот еще чернокожий мужчина, двигаемся дальше, 450, 1700, большинство на старте было видеороликов, возможно, это админ прокупил, проплатил, не знаю. Ну, я вам открыл тут порядка роликов 10-15. То есть это хорошо, движение началось с них, и только потом вот наши ребята. 10 дней, ну, кстати, 13, 30 минут назад, 4 дня назад, я вот сутки назад, день назад, ребята наши подключаются 4 дня назад. То есть наши же зашли здесь не первыми, соответственно, скорее всего, у руля иностранная администрация. Как по мне, это только плюс проекту. Дальше много плюшек для лидеров. Здесь имеется реферальная программа, это 10% от личного вашего вклада. А дальше матчинг бонус, это доход от дохода ваших партнеров. То есть нужно иметь 3 лично приглашенных. Их оборот должен быть суммарно от 500 долларов. Тогда вы будете получать 30% дохода. Если у вас 5 лично приглашенных и свыше 2000 вклад, вы будете уже со второй линии получать 10%, если у вас там будут рефералы. И так далее. Достаточно смелые суммы. Посмотрим, как будет развиваться проект. И, соответственно, будет видно, что по доходу, по рефералке. Здесь классная штука. Сейчас объясню касательно лидеров. Вот лидершип бонус еще имеется. Это минимум вклад ваш 1000 долларов. И ваш оборот от 1000 долларов в день должен быть. То есть под вами ребята вкладывают от 1000 в день. Вот у меня вчера было как раз таки больше 1000, не помню сколько. Вот суммарный оборот 4600, да. И мне начислили бонус 62 доллара. Просто за то, что я попал в топ лидеров, кто больше всего пригласил в этот проект. Именно за один день. Вот сегодня пока что никого из претендентов нету, потому что свыше 1000 долларов еще, видимо, вкладов нет. 104 доллара можно забрать, если вы сейчас, допустим, зашли, создали свой аккаунт, свой вклад и под себя еще вклад сделали от 1000 долларов, вы хоп, сразу можете претендовать на вот этот бонус. Эта тема очень сильно мотивирует лидеров зарабатывать, много зарабатывать, но есть такой нюанс, что во многих проектах есть отдельно вклад и отдельно рефералка, и все это выводится и никак не пересекается. А здесь у нас имеется вот такой вот процентное соотношение, да, всего мы можем получить с моих вот вкладов именно на этом аккаунте с 1000 долларов 3030. Но сюда же учитывается и реферальный доход, и матчинг бонус, и, скорее всего, топ-лидер бонус, то есть все заработанные средства учитываются в этот доход. И как только я получаю 3030, мне нужно либо реинвестировать, что я буду делать, либо, как бы сказать, спасибо проекту, до свидания. Ну, естественно, вот, кстати, перед нами появился претендент 1190, кто-то из ребят вложил, и вот сейчас он заберет 105 долларов. Так, обновил страничку, да, сумма обновилась. 105 долларов может забрать
если его никто не перебьет в течение 21 часа 37 минут. По поводу, кстати, начисления, вот 37 минут у меня будет первое начисление по депозиту. Есть таймер, все четко. Всего участников только 522 человека. Так что я перспективы здесь вижу, поделился своими мыслями. Вы принимайте решение, конечно же, самостоятельно, изучайте, анализируйте и только тогда вкладывайте. Обязательно спрашивайте, если что-то непонятно, я вас проконсультирую, потому что вы в моей команде, друг чего, я все, что знаю, с вами поделюсь. Ссылка будет в описании, регистрируйтесь, изучайте. На этом все, надеюсь, был полезен. Ставьте палец вверх и до скорой встречи в новых видео. Пока!